пошла. Давай. Кого еще не сено?
не стоит! Можете выходить, они мертвы. Кто это? Разбойники Лугаса Безумного. А ты, добрый человек, кто будешь? Геральт из Ривии. Я ведьмак. Спасибо, ты нам жизнь спас. Без тебя нам бы худо пришлось. Скоро Лугас поймет, что его люди не вернулись. Что будете делать? Об этом не волнуйся. Сейчас я пошлю сына в Каэр-Трольде. Наш ярл этого так не оставит. Ты лучше о себе подумай. А то если Лугас узнает, он тебе не простит. Я о себе позабочусь. Удачи вам. Чего вы от меня хотите? Гнусный же ты. Я за тобой слежу. Эй, ведьмак, у меня для тебя есть предложение. Ты чужа. Думай, куда идешь. Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать исключение. Кроме того, редко выпадает возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги. Самим Джанго Фреттом. И зачем славному Джанго Фретту понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гросбор? Ты на них охотишься? Да, порядочные гниды. Их трое. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Их легко узнать по желтым шляпам. Едва их завидев, люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает, эти трое и дома поджигать любят. Нет, я их не встречал. Если встретишь, будь осторожен. Они могут всадить нож в живот вместо «здравствуйте». Не думаю, что они станут связываться с ведьмаком. С них станется. Но ничего, я скоро отправляюсь на юг, там я их еще не искал. Бывай, может, еще свидимся. И вправду легенды не лгут. Скажите, ребятки, куда это вы собрались? Ой, ты призрак! На Геральт! Севальд был там на ярмарке, продавал меха. Говорит, гарнизона нет. Быть может, это твой счастливый день. Хорошо потратить честно заработанное – тоже искусство. Это правда, поэтому предлагаю сыграть партию в гвинт. Ничего лучше. Хороший бараний отбивной.
Быть может, это твой счастливый день. Хорошо потратить честно заработанное – тоже искусство. Посмотрим. Будь здоров. У людей с большой земли? Свежее мясо! А у тебя только глаза. Ведьмак, да? Thank you.
Приблуда. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. У меня здесь все. От обручей для бочек до мечей. Но надо полагать, тебя интересуют только мечи. Ну, показывай, что у тебя там. Ну, показывай, что у тебя там. Прощай. Попутного ветра! За тобой слежу. Ha ha ha!
точно идти! Спасибо, дружище. Знаешь, где Ферлун? Там кузня у меня. Заглядывай в гости, я тебе подарочек приготовлю. О, хорошо, что ты здесь. Ну ты как? Поможешь старому Нидосу раздобыть черную жемчужину для жены? Скорее бы со всем этим делом покончить, а то уж кости ломит от этой сырости. Пойдем, только готовься к тому, что кости у тебя ломить не перестанет. В сухом месте мы жемчуга не найдем. Ясное дело, но на войне ты не такие вещи терпеть приходилось. Под Розрогом сражались мы по пояс в болоте и в... Эх, да что там говорить. Молодежь история не интересует. Пойдем, лагуна тут рядышком. Бодро ты маршируешь для своих-то лет. Ты б видел меня в молодости. Я за день 30 миль делал с полной выкладкой. Пришли. Говорят, как нырнешь под воду, тут сразу раковины видно. Беда в том, что не во всех есть жемчуг. А уж черные жемчужины и вовсе редкость. Но если поискать, что-нибудь непременно найдешь. Ага. Значит, нырять буду я. Ну, видишь, какое дело. Я всю жизнь в пехоте лямку тянул. Так что по морю не сильно тоскую. И легкие уже не те. Так что, да. Ну что, клиент всегда прав. Thank you.
Леском привлек. Ты как? Задели меня чуток. Но уж если я после Содена прочухался, так и тут выдержу. И как там получилось? Черная жемчужина, как ты и хотел. Прекрасная, редкая, как моя Летта. Но, как говаривал коннетабль Наталис, заслужил ты медаль или даже недельный отпуск в борделе. Мне и денег хватит. Ну да, конечно. Послушай, тут такое дело. Глупо, конечно. Только я не взял с собой золото. Мудро. Правда? А то сейчас на большой дороге опасно стало. Не то, что раньше. Встретимся в Новиграде. Тогда я тебе и выплачу все до гроша. Слава пехотинца. Сильно тебя ранили? Ничего мне не сделалось. Но я им показал, а? Ну ты даешь. Где ты учился стрелять? Ха! Ты не поверишь. Тут же, на пастбище. Зверобабы Сундвика часто уносят овец. Так вот, надо ж с ними как-то управляться. Но хватит разговоров. Меня брат ждет. Спасибо за помощь, незнакомец. Пусть твои боги пошлют тебе здоровье. Большой земле, видать, людям не на пользу.
Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт, в конце концов, сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Не надо ли тебе чего, мастер? Сдавайте неправедные книги. В особенности дворы. Тоже хочешь подзаработать? Видала я тебя, когда сжигали Лешареля. Что-то от тебя чародеем пахнет. А что это у тебя мечи не на поясе? Геральт, ведьмак и ловец жемчуга. Прошу, вот твои деньги. Ты их заслужил. Без тебя я бы не справился. Оно того стоило? Думаю, да. Летте должно быть приятно. Наверняка приятно. Не может же она быть такой неблагодарной. Тут все немного сложнее. Понимаешь? Лето больна. Что-то у нее, что-то с головой. Сначала начались провалы в памяти. Потом она перестала людей узнавать, даже меня. А теперь и не говорит уже. Я-то думал, как увидит она эту жемчужину, хоть что-то в ней проснется, она хоть поулыбается. Знаешь, мы часто говорили об этом глупом обещании. Это у нас шутка была такая, только наша. Много лет, но не помогло. Мне очень жаль. Мне тоже. Ну, будь здоров, Геральт. Счастливого пути. Чего еще? Что так поздно? Таулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом. Я тоже кое-что узнал. Он по-тихому торгует живым товаром. Корабль у него есть. Жемчужина берега.
ходит отсюда на Скеллиге. Сменил имя. Теперь он Роланд Тройгер, уважаемый новиградский купец и филантроп. Живет он в золотом городе. А что с Зелисой? За нее было некому заступиться. Тебя же со мной не было. Ладно, пойдем проведать Таулера. У меня есть план, как проникнуть внутрь. Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть. Подожди, пока сами не начнут. Вас ждут. Прошу за мной. Чувствуйте себя как дома. Ведьмак. Позвольте представить мою жену Летицию и двух моих карапузов. Вы знаете, кто я, и я вас наслышал. Вы много обо мне расспрашивали, а на такие вещи я всегда обращаю внимание. Из какой-то школы? Из школы кота нас мало осталось. Ведьмаки не могут иметь детей. Но могут их усыновить или принять под свой кров вместе с матерью и признать своими. Могу представить, как ведьмак становится наемным убийцей, но купцом. А почему нет? Каждый из нас когда-нибудь мечтал изменить жизнь, а я решил, хватит мечтать. Говорят, ни один ведьмак не умер в постели. Я собираюсь стать первым. Это мы еще увидим. Мой друг хотел бы с тобой поговорить. Забери детей, Летиция. Гости хотят поговорить со мной наедине. Я слушаю. Геральт, говори ты, а то меня сейчас кондрашка хватит, и я порешу ублюдка на первом слове. Хорошо ты здесь устроился. Оказалось, у меня есть деловая смекалка. На безбедное житье денег хватает. И на филантропию. Приют Девы и Мирабеллы на скудность пожертвований не жалуется. Как и городской фонд попечения вдов и сирот. И многие другие. Твоя жена знает, кем ты был? У нас нет друг от друга секретов. Каждый день она молится за меня. И знаете что? Кажется, это действует. Твою мать! Спокойно, Ламберт. В тот день, когда я сделал ей предложение, я признался ей во всем. И с того дня начал новую жизнь. Ты еще помнишь ведьмака Айдена? Убийство в Эландере. Хорошо оплаченное, как я догадываюсь. Я помню и его, и других. И обо всем сожалею. Только вот с Айденом все было сложнее. Что бы там ни говорили... Мы не собирались его убивать. Нам пришлось, когда он на нас напал. Как, по-твоему, было дело? Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. Взял деньги, напортачил и уехал, когда девушка умерла. Ты лжешь! Мы не должны были его убивать. Мы просто собирали долги. Денег у него уже не было, и мы потребовали его мечи. Он отказался. Начался скандал. Виена сидела в укрытии, и ее подвели нервы. Она всадила Айдену стрелу в глаз. А потом начала рассказывать собственную версию этой истории, чтобы замазать свою вину.
Довольно рассказов. И что теперь? Оставим его с миром, Ламберт. Пойдем. Никуда я не пойду. Я пришел замочить эту сволочь. Оставим его, пойдем. Ты охренел? Ламберт, это один из тех случаев, когда нужно сдержать бешенство и довериться тому, кто еще способен думать. Пойдем. Сука, Геральт! Ты что? Пойдем, я сказал. Ты всегда сможешь вернуться. Благодарю тебя. Объясни. Не собираюсь. Просто я решил, что Таулер не заслуживает, чтобы его хладнокровно убили. Если ты считаешь иначе, можешь к нему вернуться, но без меня. Как бы я хотел дать тебе по морде. Мы еще встретимся. Когда-нибудь. Бывай. Мы можем поговорить? В чем дело? Ты ничуть не изменился. Я, кажется, слышу недовольство? Нет, недоумение. Люди с возрастом обычно смягчаются, а ты все злее. Мамочка всегда говорила, что я исключительный. Мне приходят другие эпитеты, но исключительный тоже подойдет. Ты когда-нибудь играл в Гвинт? А то. Я даже Весемира пробовал научить, но у него не пошло. А что, предлагаешь сыграть? А то. И когда игра закончится, ты будешь плакать, как ребенок.
Ты победил. Жаль отдавать тебе лучшую карту, но... лучше тебе, чем кому-то еще. Морда-то у тебя дегенеративная. Мы можем поговорить? В чем дело? Пока. Береги себя. Найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт, в конце концов, сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. У меня есть план, как проникнуть... Если твой план... Подожди пока... Вас ждут! Чувствуйте себя. Ведьмак. Позвольте. Вы... из... Ведьмаки не... Но... Могу при... А почему? Говорят, не один ведь... Это мы еще увидим. Мой друг хот... Забери детей, ли... Гости хотят... Я слушаю, Геральт. Хорошо ты здесь... Оказалось... И на филантр... Приют девы... Твоя же у нас... Твою... Спокойно, Ламберт. В тот день... Ты еще помнишь? Я... Только вот с Айдена... Как под... Айден при... Ты уж... Мы не должны... Он отказался... А потом... Начала рассказывать собственно... Довольно рассказов. И что теперь? Знаешь что, Таулер, по-моему, ты только изображаешь раскаяние. Ты хороший актер, и все-таки я тебе не верю. Я вообще не понимаю, к чему вся эта болтовня. Мы пришли тебя убить. Как хочешь, Ламберт. Это твое дело и твоя месть. Я долго ждал этой минуты. Я умирать не собираюсь. Ну давай! Что, драться расхотелось? Спасибо за помощь, Геральт. Пожалуйста. Хочешь еще поговорить об этом? Не хочу. Мы еще встретимся. Когда-нибудь.
Бывай. Мы можем поговорить? В чем дело? Ты ничуть не изменился. Я, кажется, слышу недовольство? Нет. Нет. Мамочка всегда говорила, что есть... Мне приходят другие... Ты когда-нибудь играл в Гвинт? А то. Я даже Весемира... А то. Ладно, ты победил. Жаль отдавать тебе лучшую карту, но... лучше тебе, чем кому-то еще. Находится в Серебряном городе. Советую. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки.